британская королевская семья отправилась на фестиваль поминовения, который прошел в лондонском Альберт-Холле. Это мероприятие приурочено ко дню памяти павших солдат стран британского содружества. Герцоги кембриджские и герцоги сассекские впервые за несколько месяцев появились на публике вместе. Последний раз королевская четверка была замечена на благотворительном матче по поло в июле, но тот выход был неофициальным. Традиционно на мероприятии все члены семейства королевы Великобритании появляются с цветками мака, который считается символом Дня памяти. Меган Маркл выбрала стильное черное платье с довольно смелым декольте. Герцогиня Кэтрин предпочла платье по фигуре темно-синего цвета, дополнив образ ободком Зары и серьгами из жемчуга. Многие британцы обратили внимание, что принцы с семьями сели на отдалении друг от друга. Впрочем, в этом не стоит искать скрытого смысла и подозревать разлад между братьями. На официальных мероприятиях члены семьи рассаживаются по старшинству. Принц Уильям, как второй в очереди на престол, сидит рядом с Елизаветой II, а принц Гарри занимает ряд позади нее, так как является всего шестым по очередности. Недавно королевский эксперт одобрил поведение Меган Маркл. Бьюти-преображение супруги принца Гарри потрясло британцев. Сын супругов оказался супер-ребенком,